Всем привет, с вами Сёма, это наш Маленко Плей, и хочу напомнить вам, что видео сходит по расписанию. По МСК первое видео выходит в час дня, а второе в 3 часа дня, а по читинскому же времени первое видео выходит в 7 часов вечера, а второе в 9 часов вечера. Так что не пропустите. Но сегодня мы с вами продолжаем белую дверь, что-то вроде какой-то секретной концовки, что ли, написали, вы писали давно уже на самом деле, вот она только что. Сара, играем за Сару, у нас вот этот вот чувачок лежит, спи. Помехи или деревья. Хорошо. Роберт Хилл. Состояние вопросительный знак. Хорошее состояние, ничего не скажешь. Так, тут у нас черт. Вот тут он лежит. Сидит. Так, малиновка. Тоже сидит. Хорошо. Так, коробка. Сразу давайте на все посмотрим. Я не знаю, в чем здесь прикол этой концовки. Если он вообще в чем-то. Хорошо, давай поедим. Я твою еду съела, чувак, извини. Так. Меч, хорошо. Сара Вайт, код доступа фри. Тут деятельности не написано ничего. Хорошо, это, наверное, в компьютер, да? Так, Сара, а я вообще тут есть? Да, есть Сара Вайт, допустим. Сара Вайт. Фри. Так, дорогая Сара, 17.08.1972, дорогая Сара, добыть воспоминания можно, соединив все субстанции, пока пациент спит. Не входите в сны пациента без моего разрешения, менеджер. Дорогая женщина, дорогая Сара, пожалуйста, будьте здоровы с воспоминаниями мистера Хилла. Меня особенно интересует его воспоминания о женщине. Не стирайте ее из воспоминаний Хилла, иначе его разум станет бесполезным. С уважением, менеджер. Access code. Что по-английски написано было, не знаю, кстати. Так, буква Т, ключ, коробка, как выяснилось, и меч. Хорошо. Блин, я не запомню, давайте-ка я зафотаю. Хотя, ну нафиг, не буду я. Все там еще эти отпечатки пальцев, нечистые хиропальцы пальцев и так далее. Давай просто так ведем, и все. Т, я уже забыл, кстати. Т, ключ, рожа, меч. Т, ключ, рожа, меч. Все. Так. Воу. Здрасте, приехали. Это что такое? Так, нужно ввести пароль. От чего? А как я вам посмотрю-то это? Типа, вот провод. И сколько проводов? Так, проводов 7 штук, да? Раз, два, три. Так, три, четыре, пять, шесть. В смысле, 8? Не понял. В смысле, 8? Как 8-то, когда 7 должно быть? Чего? А как тогда, в смысле? Что водить-то надо? Не понял. Допустим, вот провод. И что? Колонка. И чё? На! Япона-мать! А как я вам пойму, какой провод первый, какой последний-то? Я не понял. Ну, типа, вот тут тоже должен быть символ, да? А тут нету. Тут? Нету. А, вот это типа? Так, хорошо. Тут что? А, тут Т. А у тебя что? Так, у тебя ничего, а тут? А, ну да, хорошо. А я пойму, какой последний, какой первый-то? От какого? Какой провод первый? До какого? С какого по какой-то? Вот отсюда вот по это? Или вот отсюда по вот это? Ладно, короче. Если будет этот вариант неправильный, я его вырежу, оставлю только правильный. Хорошо. Так, здесь танк, допустим. Тут танк. Тут... Ой, какой танк? Это ключ. Почему танк? Почему танк? Я не знаю, ладно. Танк.
Почему танк? Так, тут я запомнил, хорошо. Тут это палка и... Не, вот, это вот ерундой. Да блин, как тебе вернуть-то, падла? А, вот это херовина. Так, дерево. Карликовое дерево, извиняюсь за кашель. Так, буква Т, допустим. Буква Т у нас, кстати, она есть. У тебя я не знаю, что... Скорее всего, что-то неправильно делал, потому что у него вот тут тоже есть провод, но у него ничего нету. А меч, хорошо. Это меч. Четвертый провод это... Я не знаю, возможно, что-то сделал неправильно, скорее всего, потому что я, во-первых, не понял, какой провод последний, какой первый. А из этого все и вытекает. Вот тут как теперь? Ну, да, наверное, вот это, скорее всего, да. Ну, поехали. Так, кружок. Кружок на 4 части. Тут есть? Да, есть, хорошо. Окно. А там тоже ничего нету, в смысле? Алло. А, окей. Это так. Это площадь. Площадь с кругом снизу, да, пусть. Куда ты подошел-то? Подошла, то есть. Это знак площади с кругом снизу, допустим. Вот он. И седьмой это... Коробка, окей, я вспомнил. И седьмой это коробка, ну типа рожа. Хорошо, допустим, ладно, давай. Так, да блин, опять пролистал, не понял, наш мать. Чё, неправильно? А, всё правильно. Чего? Да. Так, это типа стол в форме ее головы, чего? Довольно-таки воспоминания, ни хрена себе. Так, Джонсон Бёрдфуд, допустим. Я пришла к нему, допустим. Пистолет. И фотка, и бумажник. Так. Пуля и дискотека. Пуля и дискотека. Монета и дядька. Так кто, кстати, я чуть не помню такого. Возможно, просто какой-то левый. Так, птица и снова она. А, и все. Внезапно, хорошо. Внеплановые звонки, короче, вообще. Просто вот внеплановые, которые вообще не должно быть. Проговорил я 7 минут, очень долго проговорил, на самом деле. Так никогда, собственно, не разговаривал, так сильно много. Вообще просто на тему ни о чем, как говорится. Хорошо, так. Починили телевизор. Теперь у нас есть бабёнка в форме стола. На ней стоит пончик и кружка кофе. Я не знаю, с чего это нужно делать, на самом деле. Джонсон Бёрдфуд. И... Чего это такое? Джонсон Бёрдфуд и... А что делать-то надо? Ты работаешь еще? Он еще работает, в смысле? А тут как бы ни лампочки, ни херампочки, ничего не загорелось. Не, вот это херовина, как там телек-то врубился. Я, может, что-то не сломал, может, что-то? Чего? Не, я реально, может, что-то сломал, потому что, как бы... Ну, логично, что здесь должны загореться лампочки, там, до красного, допустим, цвета или какого ли. А вот тут, типа, должны... Ну, к телевизору уже все это делать, вот тут же все работает. Ну... Чего? Я что-то не понял маленько. Я, может, реально что-то сломал? Не, алло, а действительно, может, реально что-то сломал я? Алло, ты можешь что-нибудь сказать мне? Чего это надо, я не понял. Провода еще все стоят на месте, кстати, если что. Провода еще все здесь. Один, два, три. И чего? Но. Что делать-то надо? Не, я, может, ее сломал, потому что, как бы, ну, лампочки-то горят, а вот тут-то ничего не горит, или так и должно быть. Так самое главное, я еще и пароль-то изменить могу. Может, я реально что-то сломал. Я вел неправильно, а он у меня, типа, ну, сломался. Типа, может, рассчитывал, что, типа, умные люди должны с первого раза пароль ввести. Ну, более-менее не тупые. Но
я оказался тупой. Наверное, было вот так все это дело делать. Ну окей, тогда все будет там врезать. Или нет? И что нужно делать? Я что-то маляха не понял. Я... Черт, я говорю, я не понимаю ничего. Что нужно делать-то? Я мужьян что-то сломал. Ну, за... ну да чё, чем черт не шутит-то, действительно. Теперь все узнает. Я не понимаю, ладно. Короче, я что-то ходил, думал, блять, в итоге в YouTube, короче, залез, и на самом деле, микрофон уехал, тихо, и на самом деле, типа, ну, слава богу, что я тут ничего не сломал, так и должно быть, вот здесь нужно смотреть не на саму картинку, а на вот эту рябь, которая вот это вот идет, как это называется, не знаю, у нас есть лицо женщины, а это, я думаю, это стол из нее сделали, мол. А теперь лицо женщины есть, типа вот эта рябь производит пончик и кофе. Вот тут мы должны найти символ, то есть меч, должны найти меч и поставить его сюда. Это жопа как сложно. Я вот такого хер додумался на самом деле. Дальше, здесь вот Джонсон Бёрд Фуд коробка. Коробка это рожа. Рожа, то есть коробка. Второе это рожа. Это вот ты. Третье у нас... какой там третий канал? Это дерево, допустим. Это дерево. Дерево это буква Т. Это очень... Я бы хер до такого додумался на самом деле. Дерево это буква Т. Дерево это буква Т. Дерево это буква Т. После этого... После дерева у нас идет фотка. Фотка это у нас с вами... Правильно. Погоди, какой? Погоди, какой канал-то? Пятый? Или какой? Четвертый. Раз, два, три, четыре. Хорошо. Это вот ты. Шестой канал у нас. Шестой канал у нас. Это у нас что? Шестой канал. Это... Как? Вот. Пятый. А где тут пуля? А я не понял, Ладно, допустим, пятый пропускаем. Шестой монетка. Монетка у нас это... можно вот так делать, хорошо. Так, шестой это у нас палка с кругляшком, допустим. И седьмой это птица. А птица у нас... так, значок площади с кругляшком внизу. Зараза, ну... Вот. Пятый я не знаю. Ну давай подберем, хорошо. Окей. И чего теперь? Все? О. Что надо делать эти? Алло. О, это что в смысле? А, зарисовать ее? Окей, хорошо. Допустим. Ну, зарисовал я ее и чё? И чё? Есть такое дело дальше. Опять её зарисовать? Япона ж мать, а. Я понял, мы, короче, бабу исключаем из его жизни, чтобы он, соответственно, не попал в психушку, чтобы он не попал, не самоубился, там, не знаю, в аварию какую-то не попал, просто, короче, исключаем объект всех проблем его, в его жизни. Получается, ее не... просто некого будет убивать, и он останется, короче, в итоге жив и не попадет вот сюда, допустим, дальше. Так. Чё? Как? О, внезапно. Это что такое? Я сюда клик нажал. Вот сюда вот. Чё?
Не понял. Последовательность какую-то нужно выбрать. Так, давайте начнем тогда посмотрим вообще, где что еще есть. Так, раз, ага, сигнал, допустим, я понял. Так, два, уже не сигнал. Или, либо это просто какая-то хрень, на самом деле, которую я не могу понять. Смотри-ка. Раз. Два. О, спокойно. Два. Так, три. Три, нормально, три. Четыре. И пять. Все, окей, хорошо. Так, с этим справились. Давай, допустим, это несложно, на самом деле, было. Так. А, разобрать фотографии по кусочкам. Хорошо, это прям легко. Мы во всех красилах, как у Бескейвов, собирали фотки. Какие, ну, из каких-то кусочков. Какие-то вырезки, рамки. А, здесь мы должны разобрать. Просто не знаю, откуда черпают свои фантазии разработчики. Молодцы. Что могу сказать? Молодцы. Так, это вот сюда вот. Это вот сюда вот. Давай, представься, ровненько, пожалуйста. Ага, тебя за запись. Ну, имею в виду за мою запись, да. Так. Что у тебя? Как? Ноги рубанул, что ты упала нахер. Что я тебе сделал-то? А, мог на тебя натравить? А, светом тебя засветить. А ты так засвечена. Лицо можно светить? Чего? Как? А, на машкару можно травить? Да ну, блядь, какой-то на самом деле. А, не бред, хорошо. Все дебильное задание. Так, чё с тобой? Чё? Куда? Не понял. А подсказка будет? Нет, что делать надо? Ну давай, допустим, по очередности. Туда. Ой, туда. Так, туда. 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 Кто погоди, туда? Туда. Туда. А, куда? Туда. Чего? Что-то неправильно делал. Подожди уже, по второму кругу все пошло туда. Матрешка, чего? Туда. 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 Да, как второй круг начался, я не понял. А, может, все влево, типа? Все в одну сторону? Или что? Я не могу понять, что делать-то надо. Чего это сейчас было? Не понял я. А, да тут и старый козел! Жоп ты сдох, падла! Он своими бровями показывает мне, куда... Дурали, я как должен был заметить, у него, блядь, брови размером с таракана! Маленького такого. У дебилистика, а. И должен был я вот увидеть вот эти его маленькие брови, блин. И выщипай их, чтобы ко мне больше не показывались они, дебил кусок. Все, давай заканчивать уже, мужик. Надоел. Ой, дебилистика, а. Так, что с тобой теперь? Чего? Куда это? А, вот так? Да, смотри-ка, вот так, хорошо. А, и чего теперь? Так, это вот сюда. А, нам на... Ну, говорю, окей, стираем ее из его жизни. Так, это куда-нибудь сюда, типа, да? А, вот сюда. Куда? Не понял. Сюда? Чего? Ладно. Так, вот это локон, это вот сюда. Это я догадался, допустим. А. Ни хера себе. Ух, Япона, мать, это куда? Сюда? А, вот сюда. В смысле, сюда? Сюда? Так прям идеально подходит. Нет? Нет, ну ладно, тогда давай пока сюда тебя уберем. Так, тебя. Так, давайте сначала разберемся с ее головой. Так, это вот сюда. Не понял я.
Так остается вот это. Ага, это и было, ладно. Так, а что куда ставить? Я что-то малеха не понимаю. Сюда? Так, вот это сюда 100%, да, окей, влезло. А, так, теперь вот это вот сюда вот влезло. Эту. Не понял я. А, вот сюда вот, и эту вот сюда вот. Ой, морока какая жесткая. Ладно. Все. Все, все чисто. Нигде ее нету. Просыпайся. Подъем! Осмотр нажать? Нет. Нет. Чего? О, пад! Ух ты нахер! Кто ж знал-то? Вот урод, а, бля, кому? Ху, я обосрался. Что тебе надо? Спи! Ее нет, да все. Ее нет. Я гулял по парку. Опять звонки. Ой, я гулял по парку. Давай, допустим, пошли гулять по парку. Зара, ты пугай. Я увидел пустую скамейку. Все, ее нету. На мгновение. Я остановился. Че, куда? А. Птица улетела. Давай, давай уже быстрее отсюда. Я продолжил гулять. О, белая дверь. Допустим. У! Поздравляем, вы обнаружили секретную концовку. А, вы нашли все звезды? Так, секретная концовка была, допустим, хорошо. А насчет звезд я не знаю. Вот смотри, достижения. Какие-то звезды. Я думал, что типа вот одна из звезд будет секретной концовкой. Типа тут дохренище секретных концовок. Сколько их тут? 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13. С чего? 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14, хорошо, 14 звезд. Я думал, типа это и будут все концовки. Все секретные. Но, типа, я не знаю, на самом деле. Но, как выяснилось, нет, потому что у меня хотя была тогда одна звездочка открыта, теперь вообще, типа, пока что вообще никого не открыто. Ну, собственно, да ладно. Посмотрели на все концовки, вообще на все, которые есть. Да, вот она опять, это, типа, заново все началось. Во, видите? А, собственно, таки, вот. Да, посмотрели на обычную концовку, посмотрели на секретную концовку. Насчет звезд я никаких не знаю, здесь вы напишите мне что-нибудь. А, но, даже если вы что-то напишете, вряд ли я буду проходить все, начинайте 4-4 звезды, что охереешь, насколько проходить. Так что, собственно, вот. Собственно, все. На этом мы закончим. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, на ВК, на Инстаграм, ставьте лайки, пишите комментарии, если начали других игр, ребятушки. Ну, не знаю. Конечно, игра хорошая, но я ничего не понял. Посмотрите, как вам. Пишите в комментариях то, что вы о ней думаете. Все, всем встречи, всем пока.